откатывается назад. Все негативные явления, преследующие наше государство, имеют свое объяснение. Мировая практика, исторический опыт различных стран мира давным-давно дали ответы на все волнующие нас вопросы. По каким причинам мы не можем построить крепкого и целостного государства? В данном случае я обращусь к базовым знаниям. Государство – это прежде всего общность, дающая и распределяющая блага справедливо, подкрепленная системой сдержек и противовесов, состоящая из трех ветвей власти. Это необходимо, чтобы демократическое государство не превратилось в единую форму правления.